Полуостров Крым – это не только отличное место для отдыха с красивой природой и ласковым морем, но и богатый историческими памятниками регион, имеющий древнюю историю. Я расскажу о некоторых достопримечательностях Крыма. Ливадийский дворец был построен в начале 20 века для царской семьи Романовых. В 2011 году дворец отметил свое столетие. Свято-Успенский монастырь. В ущелье прямо в отвесной стене расположился Свято-Успенский монастырь, основанный византийскими монахами более 1000 лет назад. Бахчисарайский дворец. Этот дворец служит уникальным образцом крымско-татарской архитектуры. Настоящий город в городе, с мечетями, банями, мавзолеями, богато украшенными и расписанными. Ласточкино гнездо. Здание расположено на отвесной 40-метровой скале, напоминает средневековый рыцарский замок. Сейчас там находится ресторан. Херсонес – это музей-заповедник недалеко от Севастополя. Здесь лежат руины античного греческого города Херсонес. Возле Владимирского собора находится знаменитый туманный колокол, отлитый в 1778 году из трофейных турецких пушек. Бахчисарайский парк миниатюр. На его территории находятся макеты всех достопримечательностей Крыма. Кроме парка миниатюр, здесь есть мультипарк, где представлены герои мультфильмов. Кроме этого, есть мини-зоопарк, где можно увидеть разных животных и птиц, даже покормить и погладить их. Я представила вам только малую часть из всех достопримечательностей Крыма. Желаю всем посетить этот замечательный полуостров и насладиться всей его красотой.